Одну из них, разговор на банальную тему, она была написана в 1968 году. Я сейчас исполню. Я полагаю так, что она актуальна и поныне. Мы ведь тоже сегодня, пожалуй, не прочь твердить о банальностях века. Но слева болит неотступно всю ночь не смыкаются веки. Нас в братской могиле всего 25, совсем пацанов еще с виду. Нас редко приходят сюда навещать, да мы ничего не в обиде. И мы не святые, твердили и нам, мельчает, мол, пыл поколений. Но вам тяжелее, труднее, ведь вам кошмарные сны подлиннее. Пусть годы бесследно теряют концы, меж нами вонзаются клином. Но были с нами свои подлецы, но были и выстрелы в спину. Пока мы на фронте кормили червей, в Ташкенте, а может и дальше, любви добивался у дамы червей с простреленным пальчиком мальчик. До первой атаки мы были на «ты», до первой взорвавшейся мины. Только потом заплыли мосты и вспыхнули кровью калины. У вас, говорят, мини-юбки сейчас и 100-мегатонные бомбы. У ваших мальчишек морщины у глаз, уходит земля в катакомбы. И ваши ребята летят под обрыв без страха, без крика, без боли. И небо собой пополам расчертив, сгорают полночной звездой. У ваших ребят от весны до весны все крепче сжимаются зубы. Ведь если внезапно на тропы войны их вызовут медные трубы, не мини-шинели придется надеть, не мини-винтовки за плечи, а будет совсем настоящая смерть и пыльных дорог бесконечность. И будет по коже щемящий мороз и горе огромною глыбой. И матери будут с бусинками слез, и русское наше спасибо. За то же спасибо, вот тут бы нам подняться из братской могилы. Нелегкая участь досталась сынам, достанет ли собственной силы. Мы ведь тоже сегодня, пожалуй, не прочь твердить о банальностях века. Но слева болит неотступно всю ночь не смыкаются веки.